Ну шо, всем здрасте, всем здрасте. Опять на ваших экранах я, человек черная борода, Салатмашек, он же Максим, он же Скин, он же Петух. И мы наконец-таки продолжаем проходить, ну как продолжаем, на ютубе продолжаем, потому что, как я рассказывал, когда записывал видос, я оказалось, что памяти жестко не было, я для себя играл. Поэтому дальше я чуть знаю, что будет, но... Ой, громко. Ну ничего такого страшного, поэтому все будет в порядке. Из того, что точно могу сказать, это то, что, во-первых, надо микрофон бы поближе пододвинуть. Ну, чуть-чуть совсем, хотя бы вот так. И, во-вторых, то, что сейчас, по идее, будет какой-то босс-баттл, с которым удохался чуть ли не час. Поэтому, может, мы к лучшему 6 серии удалились. Сейчас я приблизительно хотя бы знаю, что делать. Например, опять-таки, звук чуть потише сделать. Эта игра такая громкая. О, идеально. Хотя, может, это у меня тут? А, черт его знает. Игра криво работает, полный экран и все. Ну, да ладно. Так, что ты должен... А, да, босс. В общем, закончим мы тем, что Торрес на кладбище там бегал туда-сюда. В этот раз я когда перепроходил, быстрее это сделал. Ну, вот так вот как-то все. Пришел такой мужик. А там вот это вот орет. И колокол стучит, звенит. И надо с этих бревен наконец-то разобраться. Вот она. Давай, большой пацанчик, да посмотрим, что тебе есть. И опять-таки аудио надо громче. Ну вот так вот хотя бы. Все, понеслась, а. Давай, давай. Так, суть в чем? Да твою мать. Что из крайности в крайность игра, алло. Все. Больше не буду менять. Ты чё? Это у него вообще два этапа. На первом этапе он вот там вот ползает вверху, а на втором этапе тут внизу бегает. Сначала надо брать огонь. Я в него буду дохать, пока он там висит. Чтобы он загорелся именно. И ваншот это довольно-таки легко, поэтому надо быть очень аккуратным. Ой. Эй, думаю, поспить успею, пока загружать. Тварь. Ясно. Он очень больно бьет, а мы очень маленькие. И беззащитные. Да, иди сюда. Он, зараза, туда-сюда. А-а-а, начинается веселье. Падай. Сука. Что ты когда тогда проходил на массе было? И вот он падает. Надо подбежать и добить его. Итак, несколько раз. Ну, добивание, конечно, тут прикольное, но... Сейчас он опять полезет наверх. Разбегаемся по углам ринга. Так, не мой огонь. А, вон мой огонь, господи. Так. Получай, парень. А, ну, работает. Опять добиваем его. Давай, улыбочку. Дарин на чех быть похож, а? Так, нет, это еще первый этап. По-моему, сейчас мне его надо вжахнуть. Еще один раз. Добивание сделать, и тогда начнется второй этап. Давай, Вася! Получил. Все. Теперь суть второго этапа в том, что он не сползает туда. Наверх. И надо шкериться. А парень... Ну вы видели, что умеет. Ваншот. Просто ваншот. А начинайте босс-баттл с вами сначала. Поэтому. Классная игра. Балансная совершенно. Давай, падай, парень. Хорошо, мне понравилось. Давай еще раз. Чего я так не могу ему сразу впихать пулю? Давай, парень, спускайся. Ну если, алло. Ну ты че так, конечно. Спускайся, говорю. Давай, улыбочку. Молодец. Разбегаемся.
И давай еще тебе разок всадим. Давай, ну что, слезть. Молодец. Улыбочку. Бам! Каптура. А теперь убегаем. Бжут. Суть в чем? Дальше вот так и не понял. Надо то ли огнем продолжать жарить, то ли электричеством. Вон там есть электричество, оно накапливается на кончике. После добивания уже больше не будет. Его надо будет вот, вот именно вот так вот жахать. И колонну сбивать может. Вообще классный парень. Еще не зарядилась. Там она когда зарядилась, прям на кончике искры вот тут вот будут. Ну ладно, пока что тебе огоньку хватит, парень. Да, огоньку, давай. Вот, зарядилась, видите? Вот профукать, правда, можно. Это такое. Плюс на него не всегда прокается статус. Как будто на Олефе не 100%. Эх. Вали. Блин, опять повтыкал. Он очень жирный, на самом деле. Я когда первый раз его проходил, думал, что я что-то неправильно делаю. Оказалось, что я просто не знал, что он такой жирный. Вот, ау. А, он опрокидывает, да. Давай быстрее, откатывайся. Оп. Тут перекаты вам понадобятся. Блин, опять пропустил. А, на, огонь так огонь. Давай, скорее уже, ну. Ну, тварь. Тут тварь. Вот реально очень плохо спланированный босс батл. То есть, понятно, что хотели сделать босса, чтобы он был прикольным и так далее, но... Вот вообще не то получилось. Оружие у него не работает. А ерунда с... Вот этим всем делом это такое. Что ты его жжешь, что ты там еще какую-то ерунду с ним вытворяешь? Иногда он будет ваншот еще выдавать, это будет так тупо. Горни, парень. Блин. Горни. Горни, моя душа. Давай. Давай, я в тебе верю, парень, давай. Мы сможем. Во, все, а не, вру, еще не все. Парню не хватило. Во, стой, гори там просто. А не, убежал. Давай еще тебе. Получай. На, еще. И это давай. В общем, черт знает, сколько у него хп. Или какая острота у этого босса, но я как-то так убивал. Очень веселое мероприятие, но... Рано или поздно оно закончится. Давай, пожалуйста, умри. Ну, если не прохнул. А, боже. О, все, видели? Я его убил как-то. При этом у него реально 1000 хп какие-то, потому что мой лев я просто ударил без статуса, и он умер. В общем, все, босса победили. И нам дают новую силу, типа щит. Нажать Е, чтобы активировать щит. И он будет снаряды в себя впитывать и отражать к вашему прицелу. Вот такая штучка прикольная. Это как... По-моему, в Titanfall у одного из роботов была такая способность, или у всех роботов, что они такие пули сжимали, а потом выпускали. Но тогда про Titanfall никто не слышал, но все же.
Боже мой. Как я долго с ним морочился тогда. И сейчас тоже. Не с первой попытки заразу ушел. Ну ладно. Ладно, справились. Нам тут сейчас дают бабосиков. Типа заслужил. Нам сюда. Ой. Да, мы что шли? Мы шли в подземный этот бункер какой-то. Ой. Фу, я смотрю, но быстро сбывался, вдруг запись не шла. Опять его убивать, это страшно. Просто страшно. Все. Ну где-то за минут так 10 справились с ним. А, и тут он намекает на то, что как бы тащить используй, парень. Вот так он выглядит. А, ну да. Плюс он не очень долго работает, и при этом... Как бы это сказать? Перезаряжается долго, вот. То есть, я понял, когда вот это синенькое в тебе горит, значит, на плече вот это, значит, у тебя щит работает. Готовый. А так не, сори. Давай. Туда мы пока что не пойдем. Пока что лутаем, потому что подичило серьезно в этой схватке. А, это ничего. Все, модиков тут нету. Побежали. Нам сюда? Да, нам сюда. Открываем калитку. Закрываем. А что мы вообще шли в катакомбы? Уже забыл. А, мы хотели трансмиссор вот этот убить, который волны посылал. Ну как убить, взрывать. О! Прямо как я себе представляла. Как мы снова встретимся. Привет, Надя. Ты обернулся прямо вот так. У меня была моя пушка. Прямо вот так. Дважды стреляю сзади головы. Прямо как ты по мне пострелял. Слушай, они тебя ищут. Но ты все еще можешь исчезнуть. Я ничего не скажу. Все они хотят, это Мезнер. Старик вообще с ума сошел. Ну, если это то, что тебе сказали, тогда тебе эта сдача идеально подходит. Ты же отлично знаешь поток, как немножко пилить рассудок, да? Ну, думаю, да. Я хочу, чтобы ты это сказал. У тебя не было никаких приказов. Ты в одиночку действовал. Я думал, они должны были умереть. Я думал, они были больными. Господи, Хейден, они не были больными. Нет, я был. Я сейчас болен. Ну, чё ж не пристрелишь-то? Потому что здесь для правосудия. Не для возмездия. Так ты не помогаешь Мезнеру торговать биоружием для правосудия. Быстро схватываешь. Скажи приветосы своим друзьяшкам. Вместо меня. Нормально такая деваха. И пошла такая. А тут эти хмыри. Воу! Да, там вряд. Так, у нас 55 секунд на то, чтобы свалить. И там как бы по мне вариант. Короче, автомат. Вот давай, мне еще на кут есть только много времени. Сука. Меня еще не сейчас убьют, это будет фейл. Куда идти? Туда? Надеюсь, туда. А, не туда. Ты откуда я пришел? По-моему, туда. Я когда пес проходил, я на последних секундах убежал. О, нам сюда надо было. Беги! О, все, успел. Там все взорвалось, а мы трансмиттер убили, поэтому волны, которые... На которые зараженные реагировали, по идее, больше не посылаются. По идее. Ну, черт его знает. Так, увеличение магазина патронов, окей. Зайдем к друзьяшкам. Эй, Тянки Дюдю! Так. А, да, нам, кстати, тут винтовочку уже предлагают за 30 тысяч. Но пока у меня только 21. Не, пока моды не буду писать, пока нормально. Отложу две винтовки той как раз. А, да, это 3 часа. И часть 5. Товар, груз. Накладная, называйте как хотите. Открывай калитку. Давай, давай, давай. Спасибо. О, что происходит?
Давай. Черт возьми, моя башка вообще рвет ее. Так, удвой дозу. Трансмиттер, в общем, взорвался, но Меснер где-то тут еще. В общем, они тут в роботы и все дела. Были ли контакты с беженцами, были там Надя? Не, не было. Там, так, там какие-то камовсы бегают. Ну, в общем, говорит, если он будет торговать биоружием, наверное, антидот у него есть. Вот там такая-то лодка. Добудь образец груза и потом уничтожь оставшуюся часть. То бишь, Мезн у нас теперь торгаш. Вау! Ой, все плохо. Мезн торгаш у нас биоружием. А нам нужно достать образец лодки и все остальное уничтожить. Блин, а как я тут делал-то? Тут базуки-то нету. Давай. А, закончилось. Сори. А, сука! Нормально, работаем. Давай, давай. А! Блин, что ж я тут делал-то? Давай! А! Меня намекают, да? Я понял. А! Да, я понял. Я вспомнил. Так, намеки. Делаем огонь. Берем нашу хлефу. Давай сюда. Мысли, алло, огонь. Огонь, алло. Спасибо. Так, ты там порезись пока. А, ну да, тут же надо. Управляемый полет. Где же парень? И сейчас такой прикол делаем, смотрите. Опа! Опа! И опа, здрасте. Теперь я классный. Так, на X выйти, это ага, 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 ага. Хорошо. Теперь, в общем, управляем этой дурой. Пушка на М. Ладно. Контрмеры на G. Надо запомнить. Видимо, контрмеры в Вашингах пошли отсюда. Ну ладно. Вот в Warframe что-то такого не хватает. Ты взял бы, убил кого-то большого робота и за него бы сел. Это было бы прикольно на самом деле. А нет, как турельки придумали и все. Что-то такое себе. Я, кстати, в прошлом видосе я как раз до тут, до сюда дошел, до конца фазы с роботом. Я парился, как выйти, как выйти? У меня не выходил. Это было странно. Так, теперь, а, вот. Все, пристрелили гада. О, есть. А где тут можно умереть? Ну, где тут человек и ба. Поэтому, сори. Тут даже пушка особо не нужна. Автоматы ни по чем, только РПГшки немножко больно делают, но... Не глядь. Так, вот мы дошли и нажимаем X, чтобы выйти. X! X! О, спасибо. Вот опять-таки, не с первого раза он вышел. Если что, можно перезайти, кстати. Кстати, да, правильно мне написали. Это не борс, это джекал. То бишь шакал. Так что да. А вот теперь я вообще не знаю, что будет происходить. Больше я не играл. Денежка. Еще 36 и купим себе эту штуку.
которая винтовка. Она меня заинтересовала. А, все? Конец? Тю. Я думал, сейчас в шакала залезу опять, какие-то ворота открою. Коротенькая была фаза с шакалом. Не-не, давай. Вот так. Немножко странно это работает, ну ладно. Так, ну мы потихонечку, смотрю, перебираемся в доки. Туда, куда нам надо было. Да, вон на тот корабль мне надо. На том корабле хранятся вот эти вот биоштуки. Биоштуки. Биовооружение. Биоштуки. Так, я думаю, а чё? Пульс. Зажать свою глефу с любым элементом, а нажимайте мышку, чтобы взорвать элемент на зону поражения. О, господи. Опять этот хмырь бесится. А как это работает? На какую кнопку я должен нажать? Там было написано, типа, просто кнопка. Ну, типа, мышь. А какая кнопка мыши? Где пульс? Что-то вообще непонятно. Ну, вряд ли это Е. Т, что ли? Но там написано мышь. А, это Т. Написали об училке мыши, это кнопка Т. Ну ладно, полезно. Ну типа не сильно, но полезно. Все, с автоматиком попроще будет. Тем более мод уже в него запихал. Главное пососут этих тварей, щитовиков. Вот ей-богу, ваншот. Убить их просто, но если подойдут, тебе хана. О, а это было красиво. Давай. Ну, типа сопротивление подавлено. Или еще калитка откроется. Не, видимо, я должен открыть. О, привет. Ну, вроде шакалы никакие по мою душу не пришли, слава богу. Так, ну чё, потрошки. Денежка. 2000 до автомата, который винтовка. Я не могу мне сюда. Есть такое подозрение. Кстати, я что-то про щит забыл. Можно было и щит повязать, ну ладно. А, что? А, во. Он как-то вот так надо встать. Здрасте. Есть тут дома? Полная хата людей, смотри. Что он так прет? Это супер войска или что это такое? Они где-то борзые сильно. Сверху по мне еще стреляют гады. Я их не вижу, они меня видят. Я через сетку стреляю. А, вот ты где был. Господи. Это я уже упоротый. Так. А, ну все, наверх. Вроде чуть больше подтянул. О, нет, не ты. Уйди! Уйди, сзади! Боже, человек ваншот. Подкрадется, мало не покажется. Нормально я качал винтовку на точность. Две точности, один темп стрельбы и все. Вот-то вот так вот она. А ты хмы. Человек ваншот. Ничего не знаю, падай.
Модов что-то пока нету. А, кстати, смысл мне тут быть? Типа я ворота должен открыть или что? Ну ладно. Тут ничего. А! Так. Что такие? А! Тут. Давайте, ребята. Отсидимся. Ну это я зря-то, конечно, пошел. Вам тут не варфрейм. Лицо убивают быстро. А-а-а! Тварь, а? Где засел? Тут лицо быстро разбирают. О, патрошки. Патрошки. Патрошки-то можно. Учитывая, что патрошки покупать еще нельзя. Ну и вряд ли вообще можно будет. Можно купить только оружие. Ладно. Видимо, я прошел какой-то аванпост. Да, это хорошо. Но это не точно. Господи, кинули бы уже 2000. Буквально 1000 не хватает. До винтовки. Уже бы купил. Уже бы бегал. Нет, 1000 не хватает. А тут прям лотус. А продавать оружие не хочу. Ну и хрен сами. О-о-о! О, вертолеты, привет. Это я такой дерзкий? Боже мой. Я думал, сейчас постреляю в пацанов, деньги найду. Они мне так запросто дали прийти на корабль, господи. Окей. Вообще, сколько в игре частей? Ну, как-то не задумывался об этом. То есть я сейчас на 5-й. Эта игра вообще долгая или нет? И, кстати, винтовку тут не куплю, потому что это ж корабль. Какая канализация, о чем вы? А-а-а! Поближе забросить. А, вот, кстати, новая винтовка. Возьму ее пока что. О, она с прицельщиком. В смысле граната? Ого, отдача от гранаты. Кстати, что-то винтовка в руках не взрывается. Ну я, конечно, классный. Перезаряжай давай. Что? Я понял. Объясняет быстро. Что-то лодка такая проржавевшая аж. Это меня чуть не убили прямо с винтовки. Ну а на ваншоты это будет часть тела, поэтому не обязательно голова что-то ставит. Классная вещь. Вот это уже получше будет. А то как тогда промазал столько всего. Давай, парень, вылази. Где ты там? Ты мне нужен. Все? Еще желающий? Не? Ну ладно. Жалко, что не купил винтовочек. Буквально 1000 не хватило. Эх, ладно. Горевать будем потом. Здрасте. Это чё? А, это типа фул патроны или что это было? Вот что-то подобрал. По-моему, гранаты подобрал. Или ракеты. А, полно ракет. Мне что-то не нравится эта локация. Она большая. Тихо! А! То есть как бы щит щитом, но в ближке тебя убьют. Я понял. Сейчас все сделаем.
А чё парень уже мертвый? А чё люди мертвые? Это не я. Босс вертолет, сори. Сори. Ясно, все. Это патроны на базуку были. Ясненько. Тихо ты! Боже мой, типа только один раз попал, алло. Может, раз тебе двух хватило? Варюка. Контрмеры пустил. Ему хватило три. Бау! Ну, чувствую хана пилоту. Так, мне надо патрошки бы пополнить. Вот они. А как я тут оказался? Ладно. Давай, перезарядочка. Просто на всякий случай. Чтобы я не парился в следующий раз, когда мне дадут базуку. Ракета это сама можно носить, а базуку нет. Так что, еще новая часть не началась. И полчасика только бегаем. Поэтому... Ну хотя давайте тут закончим, а тут там жалуются, что серии слишком долгие, смотреть нельзя. Поэтому такая вам полчаса версия. В принципе, много чего произошло. Босса завалили. В железке покатались. На корабль прилетели. Босс вертолет убили. Мы три босса убили за серию. Хватит, для полчаса это насыщенно все было. Поэтому вот такие дела, ребята. Игра поднабирает обороты. Так учится, что она может скоро закончиться, но это не точно. Может, она реально будет долгая. Поэтому все. Не забывайте прибывать, не забывайте подписываться, если вы ко мне случайно забрели. Да, я наглый. Чуть-чуть совсем. Ну ладно. В общем, порадуйте мою душу. А за всем все. Пошел записывать следующую серию. Всем удачки. Где эта кнопка? Всем пока.